Твери стартовал первый региональный отборочный этап 6-го чемпионата «Молодые профессионалы». 15 будущих педагогов будут бороться за право представлять Тверскую область уже на всероссийском отборе. Испытания проходят на площадке Тверского педагогического колледжа. Участники проекта – студенты среднеспециальных профильных учебных заведений региона, которые продемонстрируют профессиональному жюри свои умения в таких областях, как дошкольное воспитание, преподавание в младших классах. В этом году молодежи составят конкуренцию уже более опытные коллеги. Это работники дошкольного образования. Они покажут свои умения в компетенции 50+, навыки мудрых. Тверской педагогический колледж представляет 4 молодых профессионала. Благодаря тому, что они вот становятся, работают с цифровым оборудованием и современным оборудованием, их с удовольствием берут работодатели. Это наши социальные партнеры, наши детские сады и наши школы. Поэтому все наши выпускники трудоустраиваются по своей специальности. Всем участникам предложены испытания согласно их профилю. Проходят они в формате открытого урока, а вот победители будут представлять регион уже на всероссийском этапе.